12 минут можно бить. Удар по воротам. Танга. Удар. Гол. Ромаш Сенгелия. И стоило Жесткому сократить на живом счете, как тут же динамовцы Тбилиси забили третий мяч в ворота Жесткема. Сделал это Ромаш Сенгелия после отличного удара молодого Заура Сванадзе. Мяч попал в стойку ворот правую от вратаря. Откатился к Ромашу Сенгелия.